Assalomu alaykum, Illyuziya Show loyihasini ko'rib borayotgan aziz teletomoshabinlar. Assalomu alaykum, Zo'r TV'ga eng quvnoq kanalda ta'rif beruvchi muxlislar. Qadrli teletomoshabinlar, dasturimiz davom etmoqda. O'tgan dasturimizda Fozil Egamberdiyev jamoasining chiqishlarini tomosha qilgan edingiz. Bugun esa Aleksey Chepras jamoasining chiqishini tomosha qilasiz. Ko'ramiz, ular bizni qanday lol qoldiradi. Juda kuchli qo'l mahoratiga ega bo'lgan ishtirokchimiz Dmitriy Kim. С соперниками, в принципе, я считаю всех. Вот. Я не ставлю себя выше кого-то. Но, вы знаете, друзья, я горд то, что в отличие от многих фокусников, иллюзионистов, я занимаюсь относительно недавно. Я занимаюсь всего 4-й год. И за это время я смог достичь успехов немалых. Мое мнение о Джурабеке, вот, то, что он на самом деле достойный участник, и он занимается этим уже очень давно. Точно я не знаю, но лет 15, наверное, он точно этим занимается. Вот. Он очень сильный, возможно, он бы и выиграл этот проект, но у него есть свои минусы. Вот. Так как он на протяжении его проекта всего он показывал только большие иллюзии. Никакой ловкости рук он не показывал. А как вы знаете, то, что каждый фокусник-иллюзионист, он должен обладать ловкостью рук. Вот. А показывать большие реквизиты я тоже показываю, но показывать какие-то мелкие, сложные вещи, используя только руки свои, это намного сложнее. Поэтому на протяжении проекта лично я показывал разные фокусы. Я показывал и ментальные трюки, иллюзии показывал, ловкость рук показывал, старался разнообразить свою программу. Конечно, я хочу победить. Каждый хочет из участников выиграть, потому что все шли к этому на протяжении нескольких месяцев, все старались, все работали над собой. Ну, было бы неплохим бонусом выиграть. Если проиграю, значит проиграю. Расстраиваться я не буду, потому что у меня много и других планов. Но мне хотелось бы, знаете, выразить благодарность всем зрителям, которые наблюдают за нами, особенно тем, кто поддерживает меня, так как в социальных сетях мне постоянно пишут знакомые, даже чужие люди и болеют за меня. Вот. Знаете, совсем близок уже финал, и надеюсь, я попаду в финал. Я в полуфинале покажу очень необычный трюк, который никто не показывает в Узбекистане. Вот. И если я попаду в финал, мне бы хотелось непредвзятого отношения жюри и честного судейства, так как все-таки стараться будут все. И вы знаете, вас, дорогие друзья, не обмануть, вас, зрителей. Вы все сами видите, и вы можете оценивать объективно, кто был лучше, кто был хуже. И пожелайте мне удачи. Thank you.
Дима, спасибо большое. Как всегда, поражаешь новыми трюками. Хотелось бы сказать, единственное, что я бы... Ну, это все в будущем, конечно, актерское мастерство, Дим. Да, и вот я уже говорил, что драматургия, актерское мастерство здесь объединили как-то, поэтому, и не обижайся, 6 баллов я поставлю. И за костюм, честно, костюм больше вытягивает ассистентка. Поэтому за ассистентки я поставлю 8 баллов. И за трюк, конечно, твердая восьмерочка. Твердая. Поэтому общий балл мы потом выведем, но очень хорошо. Янги номер кушалепты, янги номер хмсас. Шу нарса, шпиргема, я шпиргемасма, ушин гохша тэппан. Шпирге, шпирге гохша шкерей. Музыка яхша. Актерские мастерство яхша. Шо ассистенты яхша. Сыздан кора ассистент чирайлы кору надо. Кулеп турайлы харин, кастома чирайлы. Бо левитация менге яхта, сызга че? Джудеем яхта. Фазалиген Бердиевке уж бу штрокчинин чыкышлары макул келди. Для меня этот проект даже не просто, да, так обычный проект для меня, это такая школа, где каждый иллюзионист, с кем я вот борюсь, с кем я дружу, с кем я познакомился, для меня он предоставляет какую-то важную информацию, какую-то школу, да, и я, смотря на них, смотря на себя, увеличиваю, так сказать, свой уровень мастерства. И поэтому я скажу, что сильнейших на данный момент никому не скажу, не все, это останется секретом. Ну, мне на самом деле нравится, как Дмитрий Ким, наверное, работает с манипуляциями, а у Дмитрия Полякова мне нравится, как он работает со зрителями. И, то есть, у каждого можно принять что-то и вложить как бы в себя. Поэтому я бы не сказал, что кто-то из них лучше. Кто-то в своем репертуаре лучше, поэтому кого-то именно отдельно выделять я не хочу. Ну, зрителям я, наверное, хочу передать большой привет, но и самое главное, я вот смотрел комментарии в YouTube, да, о нашей программе. Не нужно так сильно к этому придираться. Это фокусы, ребят, это магия. То есть мы удивляем людей, мы не заставляем в них верить. Мы стараемся, чтобы вы буквально на секунду поверили в чуть-чуть магию. Потому что, если вы помните, когда вы были маленькими, вы верили в Деда Морозов, вы верили в любое чудо. Поэтому мы стараемся, мы фокусники, стараемся вас перенести обратно в прошлое, чтобы вы опять почувствовали свои эмоции, как раньше. Поэтому просто воспринимайте это просто фокус. Я себя не позиционирую как лучший иллюзионист, я себя позиционирую как иллюзионист, который может работать в разных сферах именно жанра этого иллюзии. Потому что, как остальные, например, не все используют манипуляции либо какие-то другие вещи, да. Вы, наверное, могли заметить то, что мне очень нравится страшная такая магия, да, так сказать, scare magic. Это вот глотание лезвия, огонь. Никто практически не работает в этом, как бы, да, грубо говоря, жанре. Но по мне так, Дмитрий Поляков, вот я бы сказал, для меня это самый большой соперник для меня. Потому что как бы ни крути, то, что мы друзья и не друзья, все равно у нас есть как бы между нами такое соревнование, да? И поэтому, конечно, хочется победить. Если я займу первое место, это будет для меня очень круто, потому что я утверждусь сам себе, как то, что я хороший иллюзионист. Камола, кайфиатингиз кай дараджада? Албатта яхши, лекен ушбу штрокчидан кейин навбатдаги, яъни штрокчимиздан сонг аъло даражада бўлади деган умиддаман. Бунга асло шубҳам йўқ, сабаби навбатдаги штрокчимиз Стефан.
Demek Stefan'ın özgeçe bir obrazda. Что ж, спасибо большое. Давайте подведем итог. Вот если бы не левитация стола, потому что избитый трюк, я бы поставил все 10 за специальность, за манипуляцию, как здесь написано. А так, чуть-чуть, да, 9. Смело 9. Драматургия, хорошая постановка, хорошая. Но иногда мне кажется, что... Ты, когда работаешь, мне кажется, что ты что-то забываешь. Потом вспоминаешь, и... Ну, у меня такое ощущение. Поэтому драматургия выше всех, чем у всех. 8 баллов. Да. И актерское мастерство 8 баллов. Костюм 6. Прошу не обижаться, но зато все остальное на уровне. Спасибо большое. Я буквально одну ремарку вставлю. Просто в этом номере я как бы художник, и здесь мало что можно придумать с костюмом художника. Ну, если только попачкать здесь краской. Поэтому такая ремарочка небольшая. Ну, почему? Пиджачок. Ну, я мало вижу художников, которые в пиджаке. У меня, тем более, есть ассистент, который тоже художник. Он вообще может и в маечке рисовать. Понятно, но есть образ художника. Это обязательно, как она называется, круглая эта штучка, не помню, как она называется. Ну, просто у меня до этого было много костюмов, я решил немножко сделать себе отдых. Ну, в любом случае, пока у вас самый высокий балл. Спасибо, спасибо. Иллюзия без яхта. Ассистентка Казис Пайдал Боганда художник, да. Чуролик Уингельч Штруп. Шу столиза. Уша ассистентка олиб юрса, котар юрса, кеген сіз уны қолидан олиб айналтырып юрсіз, ундан ам қойлык чықарды. Менімче, тамаша білергем яққандыр. Доғры ма? Ана, рахмат, балызы қойып тұрып, 21 бал қойдым. Спасибо. Ну,
Ну что ж, дорогие участники, и сегодня очередной день, вернее вечер для выбывания одного из вас. Как это не прискорбно, хотелось бы, конечно, чтобы наше шоу длилось бесконечно. Но что поделать, такова жизнь, таковы правила нашего шоу. И поэтому, глядя на баллы, которые вы сегодня собрали, мы будем, исходя из этого, отталкиваться, объявлять результат. Итак, самый большой балл на сегодня у Дмитрия Полякова. Отличная, отличная иллюзия, отличная постановка. Вообще, как у нас говорят, гэп больше мумкинемес. 78 баллов. Вторым у нас идет свободный художник Стефан. Да, 52 балла. Постановка замечательная. За замечательный трюк с левитацией Дмитрий Ким получает 48 баллов. Это третий результат. Ну что ж, у нас осталось два участника. Асрор Хамидов и Андрей Ли. Вы знаете, все время почему-то мне достается участь объявлять выбывшего. Но сегодня я решил переложить эту ответственность на своего коллегу, уважаемый Фозелакя. Давайте сегодня вы объявите выбывшего, а я потом объявлю баллы. Буганге учрашимас яхше утта. Бо проекттан бита иллюзионист ойну бошатып бериш мүмкін. Бо Андрей Ли. Рахмат Исраил Сканичен. Хоганларды біз яна күтамыз яңге программа білян. К сожалению, да, Асрор Хамидов по баллам набрал 41, а Андрей Ли 38. Уж извините, да, так... Так получилось. Спасибо большое за участие. Было очень приятно. Ну что ж, друзья, настал момент, когда я покидаю, к сожалению, это шоу. Но хочу сказать, что все, что я делал на этом проекте, я делал для каждого из вас. Если я вас хоть немного удивил, то моя цель выполнена. Спасибо большое. Ну что ж, остальным участникам я хочу еще раз пожелать в добрый путь в следующий этап. Спасибо большое! Что вы ожидали от проекта? Ну, от проекта ожидал получить, как всегда, много эмоций, новые знакомства и, конечно же, опыт. И, честно говоря, все, что я этого хотел, я получил. Я хочу пожелать каждому, кто смотрит эту программу, как можно больше удивляться и верить в настоящие чудеса. Ну, возможно, я с чем-то не согласен в плане судейства. Очень разные были критерии, которые не были оглашены до того, как мы готовили эти трюки, но какой проект такой есть. Я сам согласился на это участие. Что хотел, то и получил. Спасибо. Азиз телетомошабинлар, бугунги дастурымыз оз якуниге етіп борар екен. Шу орында хамкасбимга юзланмоқчиман, яъни фикрларингизни билмоқчиман. Нима деб ойлайсиз, Андрей Лининг лойиҳадан тарк этилиши бу ҳаққоний бўлдими? To'g'risini aytsam, Andrey Lini, nafaqat Andrey Lini, birorta ham ishtirokchini chiqib ketishini xohlamayman, lekin nima bo'lganda ham bu hakamlarning qarori, menimcha hakamlar qanday qaror qabul qilsa, biz o'shani to'g'ri deb bilamiz. Teletomoshabinlar ham Andrey Lini aynan bu sonada chiqib ketishini haqli ekanligini menimcha bilib turishibdi. Bu illyuziya shou loyihasi edi. Zo'r TV'dan uzoqlashmang. Ko'rishguncha, xayr.